Re, viss ēters ir te! В среду в Латвии будет преимущественно солнечно, однако местами, в основном в Курземе, пройдут кратковременные дожди. Ночью утром в Латгале, Селе и в восточной части Видзема ожидается туман, ветер слабый, умеренный, южного, юго-восточного направления. Температура воздуха ночью составит от плюс 6 до плюс 12 градусов, днем воздух прогреется до плюс 15, плюс 19. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается, ветер слабый, умеренный, южного, юго восточного направления. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, днем столбики термометров поднимутся до плюс 18.